неприятную ситуацию. Помогите нам. А, вы и есть тот самый вынюхиватель? Я полковник. На начать я предлагаю с небольшого вводного инструктажа. Да, товарищ генерал. Надевай штаны и срочно в управление. Нужны железобетонные улики. Железобетонные. У тебя такие есть? Убийца мужчина. Лет 45-50. Бросает курить. Носит никотиновый пластырь на руке. Деньги. Деньги. Мне надоели эти ваши методы расследования. Я же не умею стрелять. Объект на границе сектора. Блокировать, вероятно, линию огня. Твой нос. Ошибка природы. Не трогай ее, слышишь? Не смей трогать ее! Похоже, запахло жареным.